Приветствуем вас, уважаемые трейдеры! Из данного видео вы узнаете, как открыть реальный счет в компании AMarkets. В первую очередь вам необходимо зайти на сайт amarkets.site. Далее, прямо на главной странице, необходимо заполнить простую регистрационную форму. В верхнем поле необходимо написать имя и фамилию так, как они указаны в вашем документе, удостоверяющем личность. Во втором поле указывается адрес электронной почты, который будет использоваться для входа в личный кабинет AMarkets. В следующем поле укажите ваш актуальный номер телефона. Опционально вы также можете указать код партнера. После заполнения регистрационной формы не забудьте поставить свое согласие на обработку данных. Также вы можете выбрать платформу MetaTrader 4 или MetaTrader 5. Теперь вы можете нажать на кнопку «Открыть счет». Для быстрого начала торговли на финансовых рынках вы можете запустить веб-версию торговой платформы MetaTrader. В дальнейшем вы также можете установить платформу MetaTrader, скачав ее по ссылке из личного кабинета на нашем сайте. Давайте подключимся к торговому счету именно через веб-терминал. Выбираем веб-терминал. Данные для подключения к счету были отображены на предыдущей странице. А также на ваш адрес электронной почты уже пришло письмо с этой информацией. Просто скопируйте номер счета и пароль для подключения из этого письма. Выберите сервер AMarkets Real и нажмите ОК. Поздравляем! Вы успешно подключены к вашему счету и почти готовы к тому, чтобы открыть вашу первую сделку в компании AMarkets. О том, как пополнить торговый счет, мы с удовольствием расскажем вам в одном из наших следующих видео. Начните торговлю в AMarkets уже сегодня!